куда-то все подевались. Вдруг я попал в какой-то не такой круг. Я хочу пить, я хочу есть, я хочу просто где-нибудь сесть. Эх, да, гениальный, конечно, поэт и композитор был Виктор Цой. Обожаю его песни. Ну да ладно, ребята, вот Танюк наконец-то на резонансе, как и обещал. Иногда, когда будет свободное время, буду выпускать видосики, видосики по Ninja World на этом канале. Так, ну сегодня по лайту, короче, у нас программа небольшая. Давайте посмотрим, что у нас там. Я немножко не слежу за тем, что происходит, что у нас там. Сражение ниндзя. Ага. С переменным успехом. Топ-1. Так, давайте отправимся на чемпионат. Значит, формация у меня вот такусенькая. Саски Ласт. Забузу, Хаку, Хаку, Забузу. Сакура и Нейджи. По определенным причинам я сделал Сакуру первым саппортом. Но тут не было проблем. Бах. Ну, хорошо. Качать надо атаку ГГ, короче, чтобы зверь дамажил. Чтобы зверь дамажил. Немножко потерял скорость из-за этого, но, скажем так, проблема в том, что Нейджи Хината, если ходит, не убивает, да, а у противника тоже Нейджи Хината, тот потом ходит, и есть большое, так сказать, большая вероятность проиграть, да, то есть Сакурой в качестве основного саппорта шансов на победу у меня больше. По крайней мере, в борьбе за топ, то есть приходится постоянно размышлять о том, что сделать. Мне просто лень, вообще лень, блядь, на самом деле, я вообще не парился там 2 недели. Так, давайте пропустим. Сейчас, ну, чуть-чуть так подзаморочился, блин. Потому что там противник, он... Давай, ты чё, Противник там все время что-то колдует, блядь, переставляет. Так, мне просто лениво. Я вот максимум, что... На что хватило терпения, короче, моего, это вот переставить местами саппортов. Больше ничего не надо, как бы. Ну, давайте посмотрим. Тут тоже без проблем. Килл. Значит, готовимся к Какаши Обито. Какаши Обито. И уберу Сакуру, будет Какаши Обито основной саппорт, и Нейджи Хината, Хакуза. Вот сейчас размышляю по поводу Гая Ли, брать его или нет. Что-то, наверное, не буду брать, потому что я на Кэт посмотрел. В принципе, она с Хакузабузой вполне себе... Ну, то есть, если есть Хакузабуза, то, ну, не обязательно Гая Ли брать. Вот, ну, Какаши Обито возьмем. И по поводу танка я сейчас думаю. Нагата брать, Нагата и Тачи, или ждать Обито потом. То есть такое, короче, весь в размышлениях, блин, погряз. Так, кстати, по поводу фондов, все удалось мне, конечно, взять, блин. Здесь я взял Сакуру, как обычно, Сакуру вторую. Вот, но тоже, блин, что-то вообще не везло с рандомом. По поводу пищи, блядь, до хера денег потратил, блядь. Больше вот ни копейки не вдоначу, блядь. Может быть, копейку вдоначу. Вот. Надо прекращать это неблагодарное дело. Бабах. Вот, хорошо, все отъехали. О, лордик, мой дорогой друган. Ему, конечно, надо штурма, блядь. Нужно штурма. Убрать этого Сусана Мадара, поставить штурму. Ну, не знаю, почему он не брал Хакузабузу. Наверное, Гайли будет брать. Для его формации, чтобы она была более полноценной. Водичку попиваю, короче. Сижу, попиваю водичку. Чай напился с утра. Дрейки. Так, тоже отъехал Дрейки. Дальше Идзанаги. Надо качаться, конечно. Надо вот мощь растить.
ударную. Я этим скоро займусь. Опа, опа. Сделаем так, чтобы мой основной саппорт бил очень больно. Надо камни на чакру будет прокачать. Ну и все, в принципе, потому что больше нечего качать-то, блядь. Кроме камней на чакру. Потому что артефакты у меня, зеркало последнее самое, ринка-зеркало последнее здесь. Хината с Нейджиком. Так, Бенджиро. Одни дорогие друзья тут. Блин, надо, да, короче, ГГ так прокачать атаку, чтобы, блин, просто зверь ходил и, блин, шотал врагов. Так, подбираемся к топу, интересно, что будет дальше. Бах. Ну, почти. Блять, кто-то сверлить начал, короче, надо быстрее записывать видео. Все, это победа. Белый тигр. Пока не начали сверлить. Испортит весь видос. Враги, блядь, находятся. Человек-сосед, блядь. С дрелью, молотком в руках и зубилом, короче. Бах, так. Тигриный, белый. Так, пережил. О, блядь, что-то экстрачи начали выпадать. Это хорошо. Это есть хорошо. Экстрачи настолько могут радовать сегодня. Блять, быстрее. Так, последний бой, короче. Потому что человек-сосед разбушевался. И сейчас луз, блять. Нет, не луз, ребятушки, не луз. Посмотрим на этот бой и под звуки человека-соседа. Не, чтобы работать, на работе где-то находиться. Это я понимаю, в отпуске тусуюсь, короче, отдыхаю. Блядь. Ну как, в отпуске, блядь. В отпуске до августа. А потом тупо забираю трудовую книжку и все. И буду заниматься модельным бизнесом. Ага. Так. Что-то вообще не пробивает Минато на Микадзе. Минато, Наруто. Ой-ой-ой, засверлил человек-сосед, короче, все. Бабах. А Сакура не пробивает. А, пробивает. У него не было суперворота. Ну, вот такие вот, ребята, дела, короче. Текущий ранг 1, да, то есть, как бы, вот наш рейтинг. Вот. Но здесь, конечно, в сражении ниндзя у нас... Это кто, блядь? Это кто? Это что-то новое. Не, ну это слишком 13 миллионов, это слишком слабо. Вот такие вот дела, ребята. Короче, с вами был Нюк. И, соответственно, будем периодически записывать видосики, да, сегодня в лайтовом режиме. В таком, напомните себе, да, что проект НВ теперь будет на резонансе. Подключился я к дружной и замечательной компании, поэтому будем следить за развитием данных аккаунтов. Вот. Всем пока, всем хорошего настроения. Но пасаран, враги не пройдут. И не забывайте заходить на мой основной канал, соответственно, просматривать там наш сериал по Прею. Там развитие событий идет полным ходом. Короче, блин, трэша все больше и больше. И приходите на стримы. Все, всем пока.